Сейчас мы с вами дозируем продукт второй 450 и 10 миллилитров. Включаем машину. Поехали. Теперь с вами переналадим машину на тару 10 мл. Теперь я переналажу саму машину, подробности даваться мы не будем, так как все это описано в паспорте, но попробую рассказать. Включаем, заходим в третье меню, здесь у нас есть доза, уменьшаем эту дозу до нужной нам, 10 миллилитров. Машина калибруется, даже если у вас доза сейчас будет неправильной, всегда машину можно подладить, то есть это не проблема. Сейчас я попробую. Если у нас доза будет неправильная, мы машину подлазим. Убавлю скорость, так как очень быстро. Хватит так. Ну, попробуем. Вот, как вы видите, машина не долила. Заходим в четвертый пункт, где есть калибровка. И поднимаем. Ну, пожалуйста. То есть машина универсальная, можно наливать как и 450, так и 10 литров, с маленькую пенициллинку.